Что он разыграет на этот раз? 3-1. 3-1 становится счет. Да, зевнул. Зевнул ферзь c4. Элементарная тактика. Ну, бывает. Давайте все-таки напряжение колоссальное. Вроде все мы люди, ошибаемся. Так, да, здесь я вроде такой ход подготовил специально к нашей партии. Ферзь c4, конь c6. Это не зевок для тех, кто думает, что я зевнул. На неожиданность. То есть там дебютная подготовка была. А тут вот какой-то... Сюда-сюда. Какой-то вариант типа... Типа цепить, может попробовать. В общем, ну, тут какие-то интересные игры. Давайте слоном сейчас разберу. Или вообще не Немцович. Вот именно... Почему бы и нет? Е4. Так. Здесь есть минусы какие-то. Д6 очень-очень редкий ход, а в основном, конечно... Редкий. Так, сюда. Сюда-сюда. Бью, а если слон опять? Так, что это за... Надо подумать. Что это за буква? Так, слон c3. Ну, d5, если что, я где-то имею ход, конечно. Слон c3, bc3. Там будет сложная позиция. Такая бинониобразная, проклятая. Так, и что? Что я тут должен делать? Ладно, съел. e5 давайте. Удар, удар e5. Все-таки он хочет стенку. Стенку Хюбнера ставить. Но здесь все-таки не самая удачная стенка Хюбнера, так как я... g6. Коня не обязан ставить. Такой план сегодня при подготовке. Ну, здесь где-то такая неперспективная структура белок на ферзевом фланге, или, то есть без возможности пешечных прорывов. Так, ну давайте. Да, все-таки так. В стенке я же могу более-менее там планомерно усиливаться какое-то время. Пока. Пока как-то так, друзья. Надо как-то давайте пойти h3, и потом уже там может f4. Может h3, кстати, еще не помешает ход. Три король, сюда. H2, вот так убрать. Ну, как-то конь h5. Раз он так прослабился, h5, хочется конь h5. Пробую, да, по-черному играть уже сразу. g3 же уже хода нет, пешка подвисает. Ну, то есть, я думаю, коня на h7, конечно. Отнимаем. Так, f5. f5 все берет под g4 где-то, да? Пока поля отнимем. Где-то там под g4. Не уверен в ходе h3, может, он не совсем точный был. Или совсем не точный, может, даже. Так, что ж мне ну, делать? Не должно быть у меня тут плохо, по крайней мере, вот создаёт такое ощущение. Король h2. Конь затем, что на g1 убежит в случае, насколько конём каким-нибудь. Правда, так всё-таки уже... Этим хочет. С другой стороны, он слона у меня выезд. Тоже h3 уже хотел ограничить моего коня, поэтому слона надо его уже выгружать на f4. Сложная стратегическая позиция, цепи, много пешек. Ага. Так, 576 зрителей, прекрасно всем настроение, друзья. Ладно, фиксим со слоном. Так, сюда, ну могу побить слона этого, в принципе, хотя не сильно слон, но... вроде бы плохой, да, он плохой, все равно хочет пойти g3 прогнать его. Очень нужен. Коню будет слоник. Тесно. И без него мне тут тяжело будет удержать. Давайте одного уничтожим. Да, вот он правильно делает, Сергей. Ну, очень верно он сделал, что побил сюда. Да, e7. Сейчас где-то будет b5 готовить, я думаю. Мне надо ему не дать. Либо на d8. Давайте сюда. Я хочу f5, конечно, проводить уже. Или f5, кстати. g4 есть ход, но слегка тоже, кстати, расслабляющий все же. g4 надо играть, я думаю. Давайте вернусь для начала. Нет, он так не играет, но, конечно, я тогда уже f5 с большим удовольствием. Я уже точно перехватил инициативу. Уже перевес на моей стороне, я считаю. Слон f2 пока вроде прячусь. И, в общем, буду пытаться поменять вообще игру, играть на ферзевом фланге. Так, у них 4 могу сыграть. Почему ферзь на c2? Ну, в первую очередь, потому что это основная линия нынче. Так, думай, Сережка, ферзь на c4. Давайте так все-таки. Сергей, спасибо. Запас по времени, да, вот что-то я зря потратил, конечно. Конь h4. Так, опять надо было, наверное, фиксануть, ну ладно. Опять могу пешку зафиксировать. Так, погнали, отваливаем, хочу, может, при случае его съесть. Так. Если на меня будут сильно нападать, я его буду съедать. G2 ничего не дает. Ладно, сюда. Да, он назад. Он назад. А я вперед. Шаг вперед. Ладья так, назад. И слон c8. Ладья e8, там... давайте пока ладья b1. Не отвлекаться на всякие ферзевые фланги. По надежде так. Тогда... Конечно, по линии f поинтереснее, чем на e8, но... Так тоже нормально. Все равно, я думаю, у меня лучше. У меня тут более живая игра на королевском фланге, чем у Арсения. Какое поле выбрать. Более интересная игра. Может, король h8 пойти, профилактика. Чтоб чуть-чуть идти с подшахов где-то. Так, ну, Арсений также думает, отлично.
Давайте немножко подумаем, ладно. Так. Очень не хочется, конечно, такой ход мне делать. Может, ну ладно, давайте придется. Как всегда. Давайте ферзя на g5. Поактивнее. На g5 ферзь хорошо стоит, и никто не может его прогнать. Где-то h5, h4 есть идея. Ну, конечно, линии по линии f на ладья поставить, чтобы... Назад чтобы и признавать свою ошибку. f7, слон, была идея, так сказать. А давайте еще сюда нападу на пешку. Ферзь d8. А, 6b6. Пешка опять. Ну, мало ли. Тоже живая пешечка, почему бы нет. А, нехорошо. Если h6, то я... Так, ну, хорошо, ставим, друзья. Если выиграем, будет очень хороший запас. 4-1 будет счет. Арсений думает. У меня явное преимущество и по времени, и по позиции. У меня просто сейчас... Уже получится где-то тут. Грозит. Придется бить в какой-то момент, бить, но это уже явно не хорошо. Слоном все-таки. Слоном прогнать заодно то этого, да, товарища. Слоном, да, ну то есть тут чувак, конечно, большой перевес. Хотя конь g3. Как? Пало g4. g4, слон g4. Там ладья висит. Нет, на f1. Отсюда еще надо защищаться. Так, сюда. Здесь могу побить. Защищаться. Так, а если слон d7 просто... Ах, сюда, ё-моё. Спасительный вроде бы. Это да. Ну как, он, конечно, полностью не спасает, это но я забыл. Сразу не сдаюсь. Это я забыл. Так, ну ладно, там у меня e4 есть ход. Как-то хоть сразу не сдаюсь, хоть одна хорошая новость. Сейчас, правда, e4 где-то схвачу явно. Сит ладья. e4. А вот e4. Сит слон, не может бить, там слон просит. Давайте g1. Так, у нее 5, наверное. Хочу. Смотрится хорошо. Так, ну, ой, время... Так, ну, кстати, так. может быть, я что-то постепенно получаю какие-то шансы это спасти. Вообще, я просто уже хочу съесть, так, сюда. Ладно, съел пока что, сюда, так. Слон b5, правда, сразу у него имеется. Ой-ой-ой-ой, надо просто зевать уже. Съел. Опять зеваю вот в один ход, но тут на секунду. Конь e3 был ход, ё-моё, чё я не пошёл конь e3? Да, в отличие да. от... Вообще, победочка, да, 4-1, богатырский кулачок наш. Надо спасаться. Ух, 4-1, полочка осталась, друзья, полочка.